No, but for today, yes, we're all here. We're all here for today. Yeah. And all of us that are here are here. Yeah. So I'm all here, you're all here. Yeah. We're all here. Так, все, кто должен был прийти, пришли уже. Okay. You start a new study tomorrow, right? Sorry? You start a new study tomorrow? Завтра новый... No, we you're have... Off what do you do tomorrow? You're off tomorrow? Yeah. Ah. Завтра у нас выходной, да? When do you start the new study? Когда у нас следующий? Monday. Monday? Yeah. So you get 2 days off. Four. Well, you normally get Saturday, Sunday. Yeah. Yeah. Well, and then you study the Talmud, right? That's the next lesson, I think. А что у нас следующий учень? Yeah, yeah. All right. And semester ends end of May, first of June? А когда оканчивается семестр? Когда семестр оканчивается? 10th June. June 10th. And any graduating? Будет какой-то выпуск там? Я. Yes? Mm-hmm. Ты выпускаешься? Finally. Graduate. Наконец-то уже. So is a graduating class of one then? One graduating? No. A few others? Yeah. You're graduating? Yeah. And several of you graduating. Uh-huh. Okay. What is it, 3-year program? Трое, да? Трое. Сегодня как-то жарко. Ему. No. Yes. Да, может это огонь Святого Духа. Maybe. Amen. Amen. Okay, well let's start. Давайте начинать. Father, once again, we just declare your goodness. Отец Небесный, снова приходим к Тебе. Отец, Ты очень добр. Мы благословляем Твое имя. Благодарим за этот новый день. Благодарим за привилегию знать Тебя. Иметь общение и дружбу с Тобой. Отдаем себя Тебе, Господь. Просим, наполни, захвати это место своей славой. Общайся с нами в наш дух и в нашу душу. И веди нас дальше, Господи, просим Тебя. Благословляем Твое имя. Аминь. Напоминаю, что рассматриваем модель молитвы, которую Иешуа нам дал. Начинаем нашу молитву с прославления, поклонения, благодарения, помните? Помните, что входим во врата со словословием и во дворы его с хвалой. Помните, что молитва это не выглядит так, что я тут на земле, а Бог где-то там высоко. Но это возможность входить в Его присутствие, общение, знать Его и слышать Его. Иешуа учит нас также, что мы и заканчиваем нашу молитву с поклонением, прославлением. И согласно Писанию, есть много способов, как мы можем воплощать эту хвалу. Звуками или нашими устами мы можем прославлять Господа. Также можем проявлять свою хвалу тем, что у нас есть, то есть нашим телом, например. Можем поднимать наши чистые руки Ему. Потом можем открывать Ему ладони в молитве.
Провозглашение, когда мы даже так делаем рукой, как знак того, что мы провозглашаем. Мы можем становиться на колени перед Господом, кланяться перед Ним. И можно простираться даже. Также кричать можем Богу, восклицать. Если у вас, например, начинается молитва в 4 утра, и есть еще люди в доме, ну, предполагаю, что вы не очень хотите кричать, правда? Но также нам нужно и время, когда будут такие обстоятельства, что мы можем и кричать, и восклицать Господа. Мы также можем петь Господу. И Библия говорит, что сделайте такую хвалу в радости. То есть такой радостный шум. Неважно, что там поете или что, делайте радостный шум. Также на инструментах. Кто-то играет тут на инструментах? Да, yes. Drums. Барабаны часто используются в войне. Кто на шофаре шпилит? Шофар плеет. Nobody else? You try? Nerves. Nerves? Yeah. What about when you're just by yourself? On my nerves. Тяжело как-то у себя самого на нервах играть, когда сам, да? Мой 11-летний сын здесь был со мной 2 года назад. Оля, кажется, помнит. Ему было еще когда 4. До того был. Он взял шофар и сыграл просто идеально. Потрубил. Просто в один момент знал, что делать. Но он иногда выходит и трубит шофар. Но может, конечно, каждый это, в принципе, осилить. Что-то высвобождается, когда мы играем. Я видел, как эту крышку берут от кастрюли и играют в нее. Но бьют. Просто чтобы был какой-то звук, чтобы высвобождался хвала такая Богу. Сто пятьдесятый псалом говорит, что все, что будет под рукой, можно использовать для прославления. Но фактически, то есть мы не просто славим Бога в начале и в конце для галочки, а мы постоянно прославляем Бога в течение всего времени. Евреям 15:13 говорит, что мы приносим жертвы хвалы постоянно. Мы можем прославлять Бога везде, где мы только находимся. Verbally, but we can also give the Lord praise silently to ourselves.
То есть мы можем и словами, конечно же, вербально прославлять Бога, но также внутри себя, в тишине. И мы можем менять духовную атмосферу через поклонение, прославление наше. Я когда-то был на душепопечительском ретрите. И мы пошли в национальный парк, там, где всякие пикники, например. Но как бы я не осознавал, но это был как раз период национальных праздников. Я как бы хотел провести наедине время с Богом, а на следующий день, когда я выехал туда, то там куча людей появилась, потому что это были праздники. Я сидел, смотрел на горы и хотел провести тихое, спокойное время с Богом. Все эти дикие люди потом объявились вокруг. Ну там музыку начали включать такую. Ходили постоянно везде, через меня проходили кучу раз. Но я расстроился, я уже начинал злиться. Но я сказал, я сюда приехал для того, чтобы провести личное время с Богом, и я собираюсь это сделать. Я взял этот, ну, тогда еще были эти магнитофоны на аудиокассетах, взял его, включил прославление, достал эти, ну, карточки для запоминания стихов из Библии, начал прославлять Бога, прославлять Его, провозглашать, начал размышлять над Его Словом. Через 2 минуты я уже не слышал никаких посторонних шумов от других людей. Эти люди, конечно, там отрывались по полной, напивались. Даже дрались между собой. Была такая, как бы, ну, вся семья собралась вместе. И они начали драться друг с другом. Но это у них такая, как бы, традиция, когда вся семья собирается вместе. Как бы такое, ну, называется, воссоединение, скажем так. И они начали драться. Я думал, они сейчас достанут оружие и перестреляют там друг друга. Уже там полиция должна была подойти. Но я сидел, смотрел на горы, на небо, на речку, которая протекала внизу. И просто я, ну, постановил, что я буду славить Бога. Буквально через несколько минут просто присутствие Божие пришло в то место. И для меня атмосфера просто моментально стала меняться. Есть истинная сила в нашем прославлении. И Господь действительно живет в славословии своего народа. Лучше прославлять, чем жаловаться. В следующий раз, когда будет у вас выбор между тем, чтобы жаловаться и прославлять, выбирайте прославление.
В следующий раз, когда будете собираться, ну, как-то пожаловаться, попросите Духа Святого, чтобы схватил вас за язык. Остановил и изменил жалобу в прославление. И давайте посмотрим на последнее провозглашение. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Это как бы такое заключительное провозглашение хвалы. Колоссянам первую главу теперь откройте. 12-14. Колоссянам 1, 12, 14. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего нас в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Очень такое могущественное утверждение. Бог, то есть, другими словами, Бог своей сильной рукой взял и вытащил нас из такого заточения тьмы, вытащил оттуда и поставил, утвердил нас в Его царстве, которое есть царство жизни. Но не только как бы царство принадлежит Богу, где Иешуа правит как царь, но Он и нас туда поставил, в это царство. Это невидимое царство, но это царство Его присутствия, Его света, Его славы. Но Его как бы Его владение, Его собственность. Потому что Он выкупил нас. То есть провозглашение заключается в том, что я больше не под властью тьмы. Есть такое иногда ощущение, что тьма просто наступает и пытается схватить и забрать сердце. В то время особенно провозглашаем, что я больше не под властью тьмы. Дьявол, ты больше не знаешь меня. Не можешь меня контролировать. Ты больше мне не начальник. Я искуплен кровью Иешуа. И больше я не под твоей властью. Я в Царстве Божьем. Я принадлежу Ему. Я живу в Царстве и действую в Царстве. Во власти Царства и Его авторитете. И мне дана власть и авторитет править и царствовать в моей жизни. Не только царство для Бога, но я также нахожусь в этом царстве. И Иешуа правит как царь в моей жизни. И в этом царстве Он дал нам силу. David said in 1 Chronicles 29:12. Первое Паралипоменон, 1 Chronicles. 29:12. 29 глава, 12 стих. In your hand is power and might.
Давид говорит, что в твоей руке сила и власть и могущество. In your hand is power, might. And then in Psalm 21:13. И в Псалме 28 we have difference in psalms, so okay. I'll check it. Psalm 21:13. Mm-hmm. So your psalms are divided differently. Yes. In the different books. We don't have actually books of psalms. We have 21, 13. Это 20-й псалом, 14-й стих. All right. So, okay, everybody there? Yeah. So it says, "Be exalted, Lord, in thine own strength, so we will sing and praise your power." Вознесись, Господи, силою Твоей, мы будем воспевать и прославлять Твое могущество. How much power does God have? Насколько силы и власти есть у Бога? All of that. Has power to do what? И какую он имеет власть? Для чего? What does he have power to do? Ну, власть у него для чего? Сила. For the glory. He just owns that. He can do anything he wants. He can do anything he wants. What has he done before? А что он сделал уже? Everything. You guys are generalizing on me. Вы слишком обобщаете. Whenever the Jewish people wanted to recall what God had done, what did they normally always talk about? Когда евреи пытались назвать, что Бог сделал для их народа, что они чаще всего говорили? That he pulled him from, that he has chosen them, take from Egypt, and divided the Red Sea. Exactly. Да. You see it over and over and over again in the scriptures. Мы видим это постоянно в Писаниях, что постоянно говорится о том, что избрал, вывел из Египта, провел через Красное море. God, you delivered our forefathers. Delivered. Just set our set them free from. From Egypt, you led them out of Egypt. Yeah, I just didn't That's hear okay. it. Ты, Господи, ты освободил нас из под власти египтян. You showed your mighty power in the 10 plagues. Показал свою силу в 10 казнях. You opened up the Red Sea. Ты разделил Красное море. Our people walked across on dry ground. И наш народ прошел по сухой земле. The Egyptian army came through and you closed up the water. И египтяне, когда пытались пройти, ты сомкнул воды. You provided a table in the wilderness. Ты дал нам пищу в пустыне. Bread from heaven. Хлеб с небес. Meat when we asked for it. Мясо, когда мы просили об этом. Water from a rock. Воду из скалы. The reason we recall what God has done and make that a declaration. Причина, по которой мы вспоминаем то, что Бог сделал, и провозглашаем это. Is to remind ourselves if God did that in the past. Причина, по которой мы это делаем, чтобы напомнить, что Господь делал это в прошлом. Then He can do that or more today and in the future. И точно так же Он может сделать это сейчас, сегодня и в будущем. Has God changed? Бог меняется? He hasn't changed. Нет, он не изменен. Were they any more special than you are? Кто-нибудь, ну, есть ли кто-то особенный, а кто-то не особенный? Hmm? А? No. In fact, they lived during what we call what the old covenant. Евреи, например, ну, мы отличаемся чем-то от тех народов. Они жили во времена Ветхого Завета. We live in the new covenant. Мы живем в Новом Завете. And what does the Hebrew writer say about the new covenant? As opposed to the old covenant. И что говорит автор послания евреям, когда сравнивает эти два завета? He says it's what? Что это? That it is an image of the new covenant, the old covenant that
it is an image. But do you not know that he says repeatedly it is a better covenant? И, ну, вы помните, что автор говорит постоянно, что это лучше, чем Ветхий Завет? Anything God's done before, he can do again. Все, что он сделал до того, он может сделать снова. Ну, в прошлом он может сделать снова. The promise is not based on our covenant obedience. The promise is based on the blood of Jesus. Обещание основано не на нашем послушании закону или завету, а на крови Иешуа. And so, see, this is one of the reasons we praise. И вот почему, вот одна из причин, почему мы прославляем Бога. To remind ourselves who He is, what He can do, so that we'll have faith to believe Him for that same power today. Чтобы мы напоминали себе, кто есть Господь, что Он может сделать, и чтобы мы верили, и наша вера возрастала в то, что Он может сделать свои чудеса и свою силу проявить сегодня в нашей жизни. See, not only does praise honor God, adore God, and ushers us into the presence of God. То есть молитва — это не просто прославление, там, возвеличение Бога и вхождение в Его присутствие. But praise refreshes us. Но прославление также обновляет нас. And it renews our mind. It changes our thinking. Обновляет наш разум и меняет наши мысли. Causes our thinking to become alive in who He is and what He can do. Наше мышление становится как бы таким живой верой в то, кто является Богом, и то, кем Бог является, и что Он может сделать. I heard one preacher say one time, "What are you trusting God to do today that is beyond human ability?" What are you trusting God to do today that's impossible with man? Все, что Богу возможно сделать, невозможно человеком. Yeah? Ну, он так сказал. Да. We can't do anything without God. Can't do anything without God. Yeah. Okay. So we part of our praise is praising God for His power and understanding that His power is given to us today just as well. Мы прославляем Его за Его силу, за Его власть и верим в то, что Его власть сегодня такая же и сила. And then we praise Him for His glory forever. Прославляем, ну, как бы величаем Его славу. Славу? Yeah. Славу. Ну, во веки, что Его слава во веки. The Bible says that there were times where the Shekinah glory of God would fill the temple. Библия говорит о том, что слава придет время, и слава Господня наполнит храм. And it affected the people in different ways. И когда слава Божья наполняла храм, она затрагивало всех людей. Некоторые просто застывали в присутствии и славе Божьей, перед славой и присутствием Божьим. Some people were so overcome by His glory that they fell down on the ground. Некоторые были настолько переполнены Его славой, что просто падали на землю. Ezekiel prophesied that he saw the glory of God returning to the temple. Иезекииль пророчествовал о том, что видел славу Господню, возвращающуюся в храм. И мы верим, что приход Иешуа снова — это исполнение этого пророчества. То есть, первое, что Иешуа пришел, когда на землю, то это было исполнение и наполнение вот этой славой Божьей. And so, because the Holy Spirit lives with us and lives in us, потому что Дух Святой живет с нами и внутри нас, there is the glory of God that's present with us at all times. Поэтому слава Господня присутствует с нами постоянно. And when we focus on His glory and praise Him for His glory, there becomes like a manifestation of His glory. Can you repeat that, please? When we focus on His glory and praise Him for His glory, there becomes a manifestation of His glory. Когда мы смотрим на Его славу и провозглашаем Его славу,
то это становится для нас как бы таким провозглашением. And in his glory, people's lives are changed. В его славе жизни людей меняются. There was a strong presence of the Lord this past Sunday or Saturday morning in the congregation. В эту субботу на шабате было очень сильное Божье присутствие. How many of you were there? Кто из вас был? Did you sense the glory of the Lord? Чувствовали славу Божью? Can you even in like your spirit feel the glory of the Lord? Вы в духе даже могли, наверное, так почувствовать Божью славу? Yeah. Так притронуться. And in the presence of his glory, then signs and wonders and miracles can take place. В присутствии его славы знамения и чудеса часто проявляются. It's like the anointing has one level of power, but the glory is an explosive level of power. Помазание — это как бы такой первый уровень его славы, но такие проявления и такие явные проявления — это it is an explosive. То есть это как бы уже такая высшая степень его присутствия, его славы. Some people have described the anointing as God. Некоторые описывают помазание. Equipping an individual to release his ministry. Как такой процесс, когда Господь оснащает человека для служения. And so through that pastor, rabbi, teacher, whomever, there's an impartation. То есть через там пастора, раввина есть такое как бы, помазание. But that the glory needs no person to impart it. То есть, как бы через раввина Бог передает это помазание, но чтобы пережить Божью славу, не нужно ничего передавать, как бы это напрямую Бог производит. It's like when the glory is present, everybody who's present gets touched by it. Когда присутствует слава, то все, кто находится в этой славе, они переживают это прикосновение. All you have to do is by faith receive what you need or what you believe God is doing. Все, что нужно, это просто по вере принимать и давать свободу Богу, когда Он совершает то, что Он хочет. We've had times in worship where the glory of the Lord has filled the room. У нас были такие времена, когда слава Господня наполняла комнату. And a young girl was baptized in the Holy Spirit. И там маленькая девочка, она была крещена Святым Духом. Nobody touched her. Никто ее не трогал. Nobody told her receive the Holy Spirit. Никто не говорил ей прими Духа Святого. Nobody said you need to open your mouth and start. Никто не говорил ей открой уста и начни там пробуй говорить. Just in the glory. Просто пришла слава и коснулась ее. In the glory, we've had people physically healed. В течение славы Божьей мы видим, как происходит исцеление. Nobody touched them. Никто этих людей не трогает, за них не молится. Nobody prayed over their specific illness. Да, именно конкретно за исцеление никто не молится. In the glory, they just got healed. Просто в присутствии Божьей славы они получают это исцеление. We had a prophetic demonstration in our church two Sundays ago. У нас было такое пророческое проявление в церкви два воскресенья тому назад. Two of our ladies had a long blue material they were waving like and looked like a river. You know what I'm talking about? Две женщины встали и начали как бы так размахивать таким материалом голубым, как будто бы речка текла. You know what I'm talking about? Понимаете? Yeah. Almost like a long hoopah. Как длинная хупа такая, как будто бы. And the glory of the Lord was present under that cloth. И слава Господня была особенно сильна под вот этой материей. And all
I did was told the people, I believe the glory of the Lord is present. If you want to receive, come and receive. И все, что я мог сказать, это то, что я верю, что слава Господня сейчас здесь присутствует именно в этом месте. И кто хочет ее получить, придите и станьте под этим покрывалом. Ladies who were sisters. Две женщины, которые были которые сестры. Who had issues between them. They were at odds. Они не общались между собой, какие-то проблемы были. Couldn't seem to get along. Не могли просто вместе друг с другом находиться рядом. They decided they needed help. Они решили, что им нужна помощь. And together they came and walked under that banner. Они вышли и стали под этим флагом. Immediately they began to forgive each other and be reconciled to one another. Сразу они начали прощать друг друга и соединились как бы вместе. I had another lady, first time she was in our church. И одна еще была одна женщина, которая была впервые в нашей церкви. She came down underneath it. Она стала тоже под этим nobody флагом. Nobody laid hands on her. Nobody prayed for her. Никто на нее не возлагал рук, не молился за нее отдельно. And she began to be delivered of demonic issues. И она, ну, мы видели, как она получала освобождение от демонического влияния, зависимости. We actually had to bring a small trash can over because she was actually vomiting them out. Ну и как бы пришлось перенести ведро, потому что, ну, ее тошнило. Have you ever seen that happen when somebody's been delivered? Sometimes they will actually, sometimes they will actually vomit. Видели когда-нибудь, когда люди получают такое освобождение, иногда их, ну, тошнит. Nobody touched her. Но никто ее не трогал. Said, demon come out. Никто не приказывал там демону выйти. Просто была слава, и она получила освобождение. I had another young man in his early 20s. Who was visiting a family in our church? Был также молодой человек, который 20-летний, который приходил к нам в семью. He had never been in church in his entire life. Но в церковь он не ходил. But he came to никогда. Church because the family he was staying with attended our church. Ну, в семью, которая как бы была там из церкви, и он пришел, потому что вот он жил у них. He had been there the two previous Sundays. To that family. Two Sundays before this day I'm talking about. He had been there at church. Yeah. И он пришел как бы вот впервые два воскресенья назад. This was the third Sunday that he had been in our church. И он, это было третий раз, когда он посетил церковь. So he came and sat down underneath that banner. Он вышел и сел под этим знаменем. After a while he began shaking like this. И через короткое время он его стало трусить. And then all of a sudden he let out a shout. И вдруг резко он закричал. And so one of our and then this glow was all over his face. Glow. A glow. His face was glowing. His face was. Сиял. Его лицо просто начало сиять. And so one of our ladies says, "What's going on?" И одна из женщин спросила, что происходит. And he said, "It's like a bolt of light hit me at the top of my head." Went through my body and pushed out all the darkness that was inside of me. Такое впечатление, что такое как бы луч света, ну, ударил в меня, прошел через меня и выдавил все темное, что было во мне. He got saved in the glory. Он просто получил спасение в славе. Nobody touched him. Никто его не трогал. Nobody gave instruction. Никто не давал никаких инструкций, что делать. There was no go-between. There was no person in the middle. Ну, никто как бы там не служил ему. Whoa, that's the power of the glory. Вот это сила Божьей славы. You feeling something? Чувствуете что-то? You start talking about it. Ага. Whoa. Мы когда. You feeling that? Yeah. Когда мы только начинаем об этом говорить, мы даже уже это чувствуем. Woo. Woo-hoo. Oh. Wow. And we got to stop too. Так надо перестать. No. You feel the glory? Чувствуете славу? Yeah. Maybe we should continue in prayer. Well, can we? Even though he told me to stop. Если надо, можем остановиться. No, don't stop. Don't stop. Okay, we can just cut the camera off, but we can keep going. Давайте, да, выключать камеру.